Всем доброго дня! Сегодня буду готовить простой вкусный обед. На обед у меня будет тушеная курица. Посмотрите, какая получается нежная курочка. В ней много соуса. А гарнир у меня будет картофельное пюре. Ну что, приступаем готовить? Вот такая у меня цельная курица. Ее нужно будет разделать на небольшие кусочки. Помидоры в собственном соку обязательно, морковь, лук и томатная паста. Вот такие у меня получились кусочки. Мелкие кусочки делать не нужно, кусочки должны быть средние. Для начала нужно обжарить на растительном масле лук до полуготовности. Добавить тертую морковь и все это вместе обжарить, чтобы морковь дала свой сок. С помидор снять всю кожу и размять вилкой. В пюре превращать это, конечно, не нужно. Нужно, чтобы в соусе чувствовались волокна помидор. Примерно вот так. И все эти помидоры отправляю к луку и моркови. И все это вместе прожариваю. Видите, морковь уже дала свой такой оранжевый сок. Добавляю томатную пасту. Томатная паста даст немножко такой, знаете, кислинки соусу, потому как помидоры немного сладковаты. Добавляю 200 мл кипяченой воды, сок от помидор. И все это довожу до кипения. Добавляю лавровый лист, солю и перчу по вкусу. Можно добавить специи, которые вы любите. Но у меня есть специя, которая мне нравится. Это называется чесночный перец. В ней достаточно чеснока и перца. Вы можете также усилить вкус, добавить рубленый чеснок свежий. Ну, я не люблю перебивать чесноком слишком соус. Вообще комбинируйте соус. Можно подстроить этот соус по своим вкусовым каким-то предпочтениям. Вот так он у меня уже закипает. Видите, какой он насыщенный получился, красный. И в этот закипающий соус отправляю курицу. Немного все промешиваю, чтобы курица вся прям утонула в соусе. Закрываю крышку и забываю про курицу минут на 40. Вот видите, как она кипит. Вся в соусе. Какой вкусный соус, вы не представляете. И курочка получается очень вкусная. Видите, какая? Вся пропарилась, насыщенная. Протомилась, картошечка варится, пюре будет. Так что всем рекомендую приготовить такую курочку. Она получается очень вкусная, нежная, много соуса. Так что всем вам должно понравиться.
Всем приятного!